Алла Борисовна еще тот монстр. Скандальный Разин оскорбил Галкина из-за Пугачевой. Андрей Разин уверен, что певица держит свой бизнес по углеводородам в тайне от Максима Галкина. Известный продюсер Андрей Разин в интервью «Собеседнику» заявил, что певица Алла Пугачева не раскрывает своему мужу Максиму Галкину информацию о своем нефтяном бизнесе. Напомним, что недавно продюсер «Ласкового мая» заявил о том, что в Нефтеюганске у Аллы Пугачевой стоит собственная нефтяная скважина, с которой артистка получает большой доход. Однако Галкин высмеял слова Разина. «Адресок скважины не подкинете, хоть будем знать, где деньги наши», прокомментировал юморист ситуацию в социальных сетях. В том, что Максим не знает, нет ничего удивительного. Это тайна Аллы Борисовны. Он же очередной ее муж. Может, завтра она с ним разведется. Зачем она будет рассказывать ему обо всем, что у нее есть? «Максим не созрел, он еще маленький», заявил Разин. Он считает Примадонну монстром, но хорошо относится к Галкину. Галкин пока еще ребенок, поэтому ничего не знает о нефтяной вышке Пугачевой. А Алла Борисовна еще тот монстр. Наверное, Галкин у нее еще не в таком доверии. Может, когда-то, лет через 30 или 50, Максим почитает завещание Пугачевой и увидит, что скважина-то на самом деле есть, сказал Разин.